Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин. А, Путин. Выборы его должны были выйти в 2018 году, но сейчас, насколько я помню, его то ли просят пораньше переизбраться, или больше не выдвигаться. Скоро, наверное. Судя по тому, что давно не менялся президент. Ну, каждые 7 лет, кажется, выбирают. А весной? Он хотел поставить себя наряду с обычными людьми. Это было заметно по картинке, по заднему фону. Там были фотографии семьи, я так понимаю. Каждый раз перед выборами, ну, все ролики похожи друг на друга, и это не отличается ничем. Он обещает слишком много. Ну, нормально. Но вот эта вот картинность, как преподносится прям по классике, я как бы ожидала больше, потому что он позиционирует себя, как я понимаю, как какой-то Вау. Особенный, да, не такой, как все, и сейчас мы тут сделаем все классно, и такие, как же... Оно мне напомнило передачу по НТВ, что-то типа необъяснимо, но факт, то есть не могу сказать, что какие-то резко отрицательные или резко положительные эмоции. Ну, я дочь своей страны, я здесь родилась, у меня деды два воевали. У меня не может быть никакой другой реакции, как неприятие этого. Очень много там вставок, все это видно, что как бы вырвано все из контекста. Мы смонтировали видео для тех, кто не знает, кто такой Навальный, чем он занимается, что он говорит, потому что, ну, вырезали здесь, правда, все равно вырезали я не там. Это мы не поверим. А вот, кто, если бы допустить это в федеральном канале... У меня мама не поверит. Ну, а вот бабушка, боюсь, поверит. Ну, я бы за него не проголосовал. Нет. Нет, пока нет. Я за него не проголосую. Я не услышала каких-то конкретных примеров. То есть он сказал, что мы будем, мы делаем. Ну, вода, как обычно. Да, как я курсовые обычно писала.